Джой. И сегодня мы с тобой будем учиться читать еще одно суперслово. Это слово соответствует одному персонажу из мультфильма «Суперкнига». Дам тебе подсказку. Он выдумщик и всезнайка. Наше слово спряталось в этих коробочках. Давай попробуем достать оттуда буквы и собрать его. О. Б. О. А теперь соединим наши буквы. Р. О. Ро. Б. О. Т. Бот. Давай прочтем слоги. Ро. Бот. Ро. Бот. Что же у нас получилось? Ро-бот. Робот. А ну-ка, подскажи, дружок. Есть ли у нас тут робот? Вот же он. Это робот Робик. Робик – лучший друг и верный помощник Криса. Его изобрел папа Криса, профессор Квантум. Робик очень много всего умеет. Он может приготовить сладкое мороженое прямо в своем животе, взлететь до небес при помощи встроенных пропеллеров или даже устроить костюмированную вечеринку с переодеваниями. Вместе с Крисом Робик путешествует в далекое прошлое, заводит новые знакомства и выбирается из передряг. Ну как тебе умелки Робика? Понравились? Давай сейчас еще раз попробуем прочитать наше суперслово. Р. О. Ро. Б. О. Т. Бот. Ро. Бот. Робот. Ты молодец! Научился читать такое крутое слово! А теперь я предлагаю тебе посмотреть серию о том, как Робик и его друзья попали в начало нашего мира и познакомились с самыми первыми людьми на Земле. Нажимай на картинку, которая сейчас появится, и путешествуй во времени вместе с суперкнигой. Пока-пока!